Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор топ-10 из второго каталога Oriflame. Я выбираю продукты, которые мне больше всего нравятся, и с теми, на которых я буду акцентировать свое внимание. Обычно делаю 10 закладочек, и вам тоже рекомендую внимательно посмотреть каталог и наметить продукты, с которыми вы будете работать. А они вам в первую очередь должны самим нравиться. Первый разворот — это парные ароматы Eclat Nuit, очень красивые, необычный дизайн. Я когда увидела аромат вживую, честно говоря, мой был первый звук такой: вау, как красиво! Я даже не могла поверить, что в руках держу это чудо. Действительно, дизайн флаконов Oriflame шикарный, но самое главное — это начинка, и аромат либо нравится, либо не нравится. А когда что-то среднее, то ну нет смысла даже заказывать такой аромат. Первое мое впечатление было немножечко непонятное, то есть мне почему-то первый раз не хватило яркости, то есть я его не услышала во всей красе. Знаете, когда я услышала аромат? На следующий день утром, когда я стала доставать одежду, в которой я ходила вчера, то есть аромат настолько оказался стойким, что спустя сутки я его почувствовала. Но я сначала не поняла, что это этот аромат. Я была удивлена, чем так вкусно пахнет от моей майки. И потом я догадалась, что это Eclat Nuit. Я стала более пристально к нему присматриваться, принюхиваться, так сказать, и к мужскому, и к женскому, потому что я заранее заказала пробники и того, и другого аромата. Классные. На что похож аромат? Если вы помните, раньше был аромат Мираж. Вот какие-то такие сладкие нотки, но не такие сильные, не такие давящие, просто вот ну сладенький, приятный. У него красивый состав, тоже сами почитаете, посмотрите, потому что здесь ну просто мне даже вот это сочетание гламурный розовый нюанс в самом сердце композиции, чувственный шлейф из ванили, классический жасмин, то есть все это настолько красиво написано. Но самое главное, когда мы приобретаем аромат, то в подарок получаем крем для рук с таким же ароматом. А если мужской аромат приобретаем, то здесь у нас идет в подарок бальзам после бритья. И, кстати, пакеты тоже идут в подарок. Отличное предложение, нужно им обязательно воспользоваться. Следующий мой выбор, так как нас ждет праздник, день влюбленных, и девочки очень любят получать нежные розовые подарочки, то вот такой набор крем для рук и мыло в красивом дизайне с розами, я думаю, надо брать. Это может быть как основной подарочек, комплимент, так и дополнительный подарок, например, к букету. Так, Love is in the air, надо потереть страничку, потому что у меня нет такого набора. Пахнет розами, очень даже вкусно, дизайн классный, я обязательно себе возьму. Следующий мой разворот и выбор — это гели для душа, новинка. Oriflame выпустил к 55-летию целую серию Scents and Moments. Меня покорил гель с грейпфрутом. Я им уже начала пользоваться, и это просто чудо. Он у нас появился еще в каталоге номер один, а сейчас добавляются еще несколько гелей. У меня даже он еще запечатанный, только получила. Вскрываем, снимаем пломбу и дегустируем. Здесь у нас должен быть аромат расслабляющий с лавандой. Лаванду обожаю. Супер. Лаванда — это мой аромат. У меня возле кровати стоит диффузор с ароматом лаванды, букетик лаванды есть. Я очень люблю релакс, наш масла Mint and Mood. Слушайте, это что-то. Но этот аромат действительно нужно использовать уже когда мы готовимся ко сну, потому что он расслабляет. Или если вы перевозбуждены и вам хочется немножечко как бы сбавить обороты, то можно тоже принять душ с таким расслабляющим гелем, и вы увидите, как аромаэффект, да, работает с нашими эмоциями. Это удивительно, но это работает, на 100% проверила на себе. Следующий разворот — шоколадный
Шоколадные лаки, шоколадные помады, новые шоколадные тени. У меня такой восторг. И угадайте, какая у меня помада на губах? Конечно же, шоколадная серия OnColor. Кстати, несмотря на такие низкие цены, что меня всегда удивляет, очень высокое качество. И эта помада, мой оттенок пряная карамелька. Будет, кстати, рилс в Instagram, можете подписываться на мой Instagram. Я туда обычно выкладываю больше информации о продукте, какие-то моментальные впечатления, или я окрашусь там быстро, или делаю какой-то уход за лицом. Вы можете мне, кстати, там тоже задавать вопросы. По поводу помады, она действительно пахнет шоколадом. Она безумно приятна на губах. Я ее не чувствую, но при этом губы у меня мягкие, нет стянутости, нет ощущения, что у меня что-то на губах, тяжесть какая-то. То есть, ну, как будто нет помады, легкая. Это очень приятно. По поводу цвета, мне кажется, этот цвет мне подходит. А еще я думаю, что эти все оттенки, которые здесь навеяны, да, шоколадом, вся эта палитра, она будет очень популярная не только в этом сезоне. И была она популярна, и будет в следующих сезонах, потому что эти оттенки, они всегда в тренде, хоть зимой, хоть летом, хоть весной, хоть осенью. Главное, чтобы вам подходило под ваш либо наряд, либо вашу внешность. Поэтому помаде прям ставлю 5 с плюсом, рекомендую попробовать. И переходим дальше. Кстати, что я себе закажу? Обязательно возьму лаки и засматриваюсь на тени, хотя у меня целый набор, но мне они так понравились, сочетания в этой палетке. Жалко, не прислали на обзор, я была бы очень рада. Потом смотрите, к новому макияжу, да, к новому имиджу нам понадобятся тени, и моими фаворитами являются стойкие тени-карандаши. Я в восторге от них, и я уже много лет их выбираю каждый раз. У меня минимум всегда два оттенка, обязательно хрусталь либо с золотым отливом. И обязательно какой-то более темный, теплый оттенок, либо нейтральный. Сейчас у меня бронза. Если вы видите мой макияж, то внизу, в ресничном пространстве, у меня подводка как раз бронза, а в уголочках хрусталик. И сверху я уже тушую сухими тенями. Это просто супер вариант сделать быстрый макияж, стойкий макияж. И, кстати, можно целиком макияж делать, только используя два оттенка и пальчики. Если вам некогда или вы не умеете краситься, то вы знаете, взять просто вот такие вот тени, чуть-чуть намазать, пальчиком растереть, хрусталик, да, смешается, внутренний уголочек прокрасим светлым хрусталиком, немножко границу растушевали, убрали вот это вот, чтобы был легкий переход в кожу, и будет супер макияж. Главное — выразительные яркие глазки. Следующая страничка — это просто потрясающий набор для макияжа бровей и глаз. И как раз сейчас у меня макияж бровей выполнен именно этой необыкновенной палеткой. Палетка просто бомбическая, честное слово. Миша был удивлен. Я сейчас только ее тестировала, красила брови. Мы записали, кстати, отдельное видео, оно тоже будет на канале или уже есть, посмотрите. В этой палетке только один минус, только один — отсутствие зеркала. Я не знаю, чем руководствуется производитель, но зеркала здесь нет. Это неудобно, однозначно неудобно. Итак, что можно делать этим чудом? Вот легкое прикосновение кисти, настолько насыщенный пигмент, такая яркость, еще и фиксация, защита от влаги, гладкое скольжение. Я просто удивлена. Кстати, один глаз я внизу подводила этими тенями, а второй не подвела. Интересно, видно или нет? Я забыла. Если вторую бровь накрасила, то про глаза я совсем забыла. Можно использовать как тени для макияжа, наносить влажным способом, можно стрелку красить, то есть намочить кисть, набрать теней и провести стрелку. Будет просто очень классно. Слушайте, восторг. 599 рублей. Я думаю, что будет очень популярная вещь, продукт, да, так назовем, потому что брови, они всегда в тренде. То есть мы за бровями следим больше, чем, мне кажется, за чем-то другим. И поэтому брови надо оформить красиво. Следующая страничка посвящается серии Novage. В Novage я бы выделила сразу два продукта. Первый продукт — это пилинг, потому что
Не каждый человек может себе позволить бегать по салонам красоты, делать пилинги. Не каждый может позволить по времени, по финансовому состоянию. Здесь же целый флакон, целый большой, сколько у нас здесь, 100 миллилитров объем, вот такой огромный крем. То есть кремовый пилинг, потрясающий. У меня это уже не первый флакон, их уже у меня было много, потому что пилинг, когда девушка в возрасте, уже нельзя делать скрабы, да, натирать щечки себе. А вот такой пилинг можно делать абсолютно спокойно, всего 849 рублей. Он обновляющий, наносится на ночь, на чистую кожу, то есть перед сном, на 20 минут, просто смывается водой и далее делаете свой уход. Что может быть проще? Экономия времени, денег, потому что одна процедура, пилинг сделать в салоне, стоит примерно 1500. Этого продукта хватит очень надолго. Я даже всегда наношу толстеньким слоем, и то он, мне кажется, бесконечный, очень долго не заканчивается. И в этой же линейке есть эссенция с пребиотиком. Правильно называю? Почему-то у меня какое-то сомнение возникло, правильно ли я говорю. А, нет, я хотела сказать про другой продукт. Я хотела сказать про крем для шеи и декольте, вот, скульптор, то есть это концентрированный крем-скульптор для шеи и декольте. Почему я про него захотела сказать? Я взяла эссенцию с пребиотиком, но потом поняла, что нет, я хотела именно про него рассказать, потому что скидка большая в этом каталоге, потому что он очень эффективный. Шея быстро стареет, то есть быстро стареет кожа рук, кожа шеи, появляются быстро мимические морщины вокруг глаз, и если за шеей не следить, не ухаживать, то, извините, возраст будет очень быстро выдавать себя. А хочется все время как бы выглядеть моложе, выглядеть лучше, чтобы никто не догадывался, что вам уже чуть ли не 50 лет, да, а люди думают, что вам 35. Вообще это очень классно. Поэтому вот этот крем скульптор обязательно используем каждый день на ночь, хотя бы один раз. Я делаю один раз на ночь, то есть на чистую кожу я аккуратненько наношу, вбиваю, он быстро впитывается, у него такая, кстати, приятная текстура, то есть он такой прям вот легенький, видите, полупрозрачная капелька, легенькая, и очень хорошо впитывается, то есть он, у него моментально идет впитываемость, и продукт, конечно, более чем приятный, очень приятный. Потом еще видно, какая молодая красивая шея. Так, я что-то, мне кажется, пропустила. А, нет, не пропустила. Следующий продукт, вы, может быть, будете удивлены. Я обычно не говорю про wellness, но сейчас я не могу молчать, потому что, особенно слушая истории девушек, которые в новогодние праздники позволили себе оторваться, да, как-то... И ели все подряд, и сладости, и так далее, в том числе и я. И вы, извините, талия почему-то стала толще. Хотелось бы, чтобы она всегда была тоненькая. Итак, продукты для стройности, для коррекции веса, для того, чтобы быстро сбросить лишние килограммы. Вот я сейчас каждое утро пью вот этот шоколадный с молочком. То есть он у меня здесь уже видно, да, скоро заканчивается. У меня еще одна банка шоколадного. Ванильный уже стоит, ждет своей очереди. То есть мы пьем, едим этот коктейль, заменяя один прием пищи. То есть я, например, на завтрак съедаю этот коктейль, выпиваю, вернее. Все, я уже не завтракаю. Или в обед, или на ужин. То есть вы можете заменить один или два приема пищи. Только помните, что когда вы пьете коктейль, вам уже не нужны витамины. Только дополнительно омега и астаксантин, потому что здесь очень много витаминов, уже все необходимое, суточная норма, вы получите в этом продукте. И быстрая стройность, это вам тоже гарантирую, потому что я, когда только появился у нас этот продукт, начала его пить сразу, у меня за 8 дней ушли 2 килограмма, просто талия стала тонкая, живот ушел, вообще все процессы наладились, у меня такая легкость, такая живость, такое просто тело классное, кстати, кожа классная. Вот что значит, когда мы кушаем хорошие продукты, как это сразу видно по человеку, да, по качеству волос, ногтей, да, в принципе, смотришь на человека и понимаешь, у него хорошее питание, да, он, я имею в виду не то, что хороший, он там
кушает в ресторанах что угодно, нет, я имею в виду, что у него сбалансированное питание и организм получает все необходимое, соответственно красота, здоровье, хорошее настроение. Следующий разворот — это все для мужчин. Я уже думаю, что дарить Мише, я ему передарила уже кучу ароматов, и вот у нас с этой странички, со 171, начинается все для мужчин, то есть здесь ароматы для душа, для купания, для бритья, наборы, то есть вот все есть. Поэтому что вам сейчас нужно сделать? Определиться, какой аромат вы хотите подарить. Например, я рекомендую Ascendant Intense, мне он очень нравится, очень нравится, очень мужественный, стойкий аромат и дизайн красивый, он приходит в большой коробке. И смотрите, вам нужно открыть каталог, выбрать ароматы, и у каждого аромата написано код пробника и пятизначное число, и выписать себе сейчас до начала каталога несколько пробников, чтобы у вас было время потестировать и определиться, что вы закажете, или порекомендовать друзьям своим, подругам, что они выпишут. То есть выпишите классные ароматы и дегустируйте, чтобы были заказы. И последний продукт — это набор. Как обычно, как я могу пропустить последнюю страничку, потому что здесь всегда самые вкусные предложения. Итак, гель после бритья увлажняет кожу на 24 часа, восстанавливает и охлаждает, потому что у многих мужчин после бритья как будто бы вот горит лицо, бывает раздражение, кожа чувствительна, а когда идет охлаждение, то соответственно сразу уходит раздражение и снижается чувствительность. И пена для бритья 2 в 1, то есть можно и умыться, то есть очистить кожу, и побриться. Супер набор, 299 рублей, обязательно закажу. Даже если вот сразу никто не заказывает, я беру в запас 2-3-4 набора, и вы знаете, они очень быстро уходят, потому что девочки, ну мальчики, загляните в магазин и посмотрите, сколько стоит приличная пена для бритья. Если вы найдете ниже цену, чем здесь, я буду очень удивлена, потому что я не нашла. Я еще в прошлом году смотрела в магазине Рубль Бум, самая дешевая пена стоила, по-моему, 325 рублей, но я даже эту марку ни разу не слышала, то есть какая-то там такая, которые получше, покруче, то есть они уже были дороже. А здесь набор, потому что мужчине одной пены недостаточно, ему надо чем-то потом это все смягчить, увлажнить, да, и вот снять раздражение. Итак, мой топчик классный такой, я жду ваши комментарии, ваш топ, какие продукты вы выделили в этом каталоге, может быть, я что-то просмотрела, не заметила, бывает такое. Я еще, кстати, не записывала полный обзор каталога, поэтому могла что-то пропустить. Буду рада вашим отзывам, обратной связи, и до встречи. Кстати, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах и быть в курсе всех новостей. Пока-пока.